Крайстат подвел итоги изменений потребительских цен за год. В среднем стоимость продовольственных и непродовольственных товаров выросла на 12%. Так, наибольший рост зафиксирован на фрукты и цитрусовые на 27%, а масло и рыба подорожали на 22%. А вот, например, репчатый лук подешевел почти на четверть. Также отмечается снижение цен на капусту, картофель и гречневую крупу. На 12% подорожали одежда и обувь, а вот телевизоры подешевели на 3%. Меньше стоили в 2015 году смартфоны и планшетные компьютеры, в среднем на 2%.